Да, я вам лекарство привез. Швейцарские инъекции. Инструкции внутри. Я перевел на русский. Не буду хвастаться, но очень дефицитные. И очень, извините, дорогие. А ты их сам себе, Миша, в жопу ширни, чтоб деньги не пропали. Ну зачем вы так, Юрий Александрович? Кстати, мы легко можем вернуть наши потери. Поступила конкретная заявка на музей. Нет, я разоряю только частные коллекции. Брать из музея безопасней. Люди получают мало, и несложно найти помощников и сотрудников.